Гудвилл в центр делает передачу. Фер бросает добивание. И Харри Сятари фиксирует шайбу. Опустилась она ему между щитков. И здесь небольшая заварушка. Во вратарской площади Кагарлицкий, Голубев. Неплохой розыгрыш большинства. Прошла шайба на ближний пятак, где находился Фер, и тот нанес два броска. Да, здесь, смотрите, Линкольн и Голубев отъезжают в стороночку. Клюшки не бросают. Схватили друг друга. Ну, Голубев так, конечно, сейчас может так. Ну, здесь, посмотрите, Яковлев, Кемпфер. Ну, поехали, да. Я думаю, сейчас кто-нибудь, да, точно отправится в штрафной бокс по итогам этого эпизода. Яковлев с Кемпфером завалились на лед. Но, опять же, лайнсмены в этой ситуации тушат конфликт как могут. То есть полноценной драки-то мы с вами так и не увидели. Эрик Фер подержали друг друга с Константином Алексеевым. Кемпфер и Яковлев едут в сторону скамейки штрафников. Каждый. Сегодня Стивен Кемпфер отличился. Топ-10 самых результативных защитников лиги он входит. Впереди всех Ник Бейлин. У него 41 набранное очко. Но при этом Стивен Кемпфер догнал Оливера Каски по количеству заброшенных шайб. Так, Чесалин, Яковлев, Голубев. Три игрока новосибирской команды в штрафном боксе. И лишь один Стивен Кемпфер на скамейке штрафников казанского Акбарса. Судя по всему, совсем скоро будет. Да, в принципе, большинство-то Акбарса, я так понимаю, продолжится. Ну вот посмотрите, да, ну, здесь. Вот тут, действительно, с чего все началось-то? Проходит передача Вилла на Фера. Да, два броска с пятака. Ну, собственно, не с чего все началось-то. Вот здесь Голубев удерживал пару Линхольма. А после этого уже в стороне завязалась борьба. Там Эрик Фер и Денис Голубев схватились. Михаил Чайковский также рядышком был. Кагарлицкий его так приобнял.